Итак, обзор для магазина 7745. Сегодня заказал вот такой вот наборчик, пришел он. 82 предмета, партнер. Заказывал его за 112 рублей, с доставкой вышел 133 рубля. Что хотелось бы сказать о кейсе. Ну, понятно, что за 112 рублей не нужно ждать супер качества, но все-таки замочки вот эти пластиковые, мне кажется, что при частом использовании долго не проживут. Так, открываем набор. Смотрим. Значит, пенопластовая эта накидочка уже изначально порвана. Набор. Сам набор выглядит вот так. В общем, так, ключики тут от 8 до 22. Есть трещотки, головки на 1/2, от 14 до 32, головочки на 1/4, от 4 до 14, ну, соответственно, качество трещотки, посмотрим визуально. Ну, опять же, напоминаю, что 112 рублей, ручка, скажем так, грубый пластик АБС-овский. Скорее всего, ему скоро придет звездец. Не думаю, что он устойчив к маслу и бензину. Сама трещотка выглядит неплохо. Щелкает в одну сторону, щелкаем другую. Но опять же, вот качество обработки. Напоминаю, 112 рублей, чего вы ждали? Хотите идеальное качество? Покупайте за 500. На 1/4 она точно такая же. В одну сторону. В другую сторону. Ну, как бы, если чисто закинуть в машину. Я думаю, походит. Не знаю, как насчет вот этих бит. Также есть вот такие. Соответственно, есть здесь вот переходничок под нее. На голову, на 1/2. Переходник якобы с фиксатором. Но... А, зафиксировалось. Держится довольно крепко. Так, ну, свечные ключи на 16 и на 21. Это, в принципе, стандарт. Там внутри резиновое колечко. Ну, тоже не знаю. При интенсивном использовании, я думаю, что надолго его не хватит. Но, опять же, напоминаю, что будет он лежать в машине, использоваться по необходимости. Ключи.
Замерить нечем, точно ли здесь 22. Но нормальный ключ. Увесистый, тяжелый. Посмотрим, как будет работать. На этом все. Спасибо. До свидания.